продолжаем наш день. Путь лежит в деревню по Гродненской трассе. Всем, кого интересует, вот клубника, ну, пошла у нас нового урожая из Пинска по 6,50 белорусских рублей. Схватил я с жадности на 15 рублей. Собственно, 2 с небольшим килограмма получилось, $2 килограмм. То есть 180 рублей российских. Где-то там 190 рублей. Ну, 200 рублей, грубо говоря. И чуть побольше, по 9 рублей. Ну, разница только в размере. А это вот приеду. Так захотелось клубники. А если захотелось, нельзя себе любимому ни в чем отказывать. Поскольку жизнь одна. И вроде бы и своя цветет, но это еще недели две до своей. А захотелось сейчас. И для нашей кошечки все куплено. Воротник, и мази, и присыпки, все. Все я нашел. Шамякина. Дальше по плану. Улица Скрипникова впереди. Притыцкого и налево на выезд из города в сторону Гродно. О, красота, какие дома.
11 час. Минут 10:44. Есть работа на даче, но это тоже отдых. Поменял руку, поменял занятия. Надоело копать, пошел дом делать. Хотя копать у нас, слава богу, нечего. Это большое облегчение. Спанбонд. Когда кругом луга, заросшие травой, трава дает семя, семечки летят. Тем более такая, как Тимофеевка, пырей, там вся эта луговые травы, их не выдрать с грядки. А так, что у нас в панбонде? Картошку вот Светлана окучила и присыпала, покажу тоже. Сделала второй этаж. В том году первый раз так сделали, очень довольны урожаем. Два раза выше урожайность, чем по Белоруссии получилось на наших 20 метрах. Ну, пересчитали там 2 сотки в гектары и урожайность посмотрели по статистике по Белоруссии. Впереди красный. Докатимся. Если никто не заставит тормозить раньше. Вот и сегодня.
сказал, что пошли под березовики, под осиновики, надо сходить в лес, посмотреть, проветриться. Наверное, к вечеру схожу, покажу природу нашу.